Алексей Николаевич, как оцените сегодняшний матч против киевского «Динамо»? Ну, в целом, я остался доволен. Мы опять дали всем шанс поиграть, всем себя показать. Первый тайм, где, скажем, состав был чуть поопытнее, может, посильнее. Думаю, показали хорошую игру, учитывая того, что у нас должен был сегодня, по идее, быть у нас свободный день. Так как мы играли позавчера, то вчера восстановились. Сегодня, по идее, с точки зрения физиологии, должен был выходной быть. Поэтому, учитывая это, мы сыграли довольно интенсивный матч, показали. Понятно, опять стадия завершения у нас страдала, шансы у нас были, где мы даже во втором тайме опять слишком долго передерживаем мяч, потом опять принимаем нечеткое или неверное решение, где опять входим в потерю, и потом соперник опять на этом поле атакует, переключается. Ну, опять же, это для ребят, думаю, большой опыт играть против такой топ-команды, которая не просто так играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Мы осознанно их выбрали, этот уровень соперников, чтобы именно с такими командами играть и расти. Поэтому я остался в целом очень доволен. Показалось, что с выходом свежего форварда у «Динамо» пошла гораздо более быстрая игра. Ну, опять же, надо смотреть, кто, если пока, вот, скажем, наши, скажем, не то что основные игроки, основные центральные защитники, Дугалич, Алип играли, то у них тоже, у них током шансов и не было. Поэтому я, надо всегда смотреть, кто играл против кого, какое сопротивление было. Поэтому, если смотреть на это, сильные против сильных, то можно быть довольным. А молодым остается просто расти, учиться, и мы также на них рассчитываем, и будем прогрессировать, давать шанс, самое главное. Они его получают, мы не боимся им давать этот шанс, поэтому все в правильном направлении. А кого выделите по первому тайму, по второму в нашей команде? Ну, чтобы особо выделить, опять же, думаю, сегодня больше коллектив действовал, выделить кого-то. В втором тайме мне понравился Аликулов, Гульджигит, хорошо, хорошие ситуации были, где он показывал свою неординарность в игре с мячом. Сейдахмет также хорошо вышел. Слава показал хорошую насыщенность. Да, это, думаю, такие самые, кто во втором тайме мне понравились. Спасибо большое.